даже не черпи. Там дядька, который пришел нас с Юркой гонять оттуда. Да? 5 миллионов. Юрка, сколько такое стоит? Все 5 миллионов есть? И столько овечек вдоль дороги. Не тормози, мама, так, если меня начинает так чуть-чуть мать. Не, меня не купит. Очень красиво. А, хорошо. Ой. О, а туда посмотрим. Ну, пока никого нет, я могу стоять. Вау! Ой, кусты загородили. Ну, да, это жилые, лампы, жилые, машины. Какая красота! Объясни мне, что это? Это мидии. Это живут море. Ага, мы очень их любим. Да. Вот это. Да. Ты не говоришь, что я ем. Питаешься этим прекрасным белком. Ясно. Так, а это ты говоришь лосось, да? Вот это салат лосось. А это, а это что? Капучки. О. И все? Вот капучки. Ужас. Приближу. С горы пока тут. Ну, видно? Да. Видно, видно. Что только не понять, что это такое. Ты будешь, знаешь, как зелёнка. Ага. Ну вот, я хорошо, что я твой голос сейчас записываю. А потом это уже, ой, как горы, смотри. Горы, как туман над ними, да? Поближе, поближе. И тогда эту штуку. И березка наша латвийская. Окей, Эл Чанстей, он хочет локальный его лучше продать, но можешь прислать, ты хочешь. Чего? Он хочет локальный его продать, чтобы показать, что все с ним хорошо. Ну, мы с ним договаривались, что 240, 750 жесткие диски, он мне может прислать его. Окей, я вас скажу, да. Да-да. No, we left too far to come locally, so he wants it closer. Okay, cool. Alright, cool. Пускай пришлось что-то перечислить деньги. Alright. No problem. Alright, thanks. Пакистанцы. Пакистанец? Да, черный, еле понятно. Чтоб по голосу слышно, знаешь? По акценту. Таиз магазин, помнишь? По акценту. На острове был такой магазин. Они арабы всякие продавали, и это точно. Он хочет локально продать, если мужик не купит сегодня туда, он тебе продаст его. Бляха, ну мы с ним договорились, когда уже? Это араб. Он лучше деньги